Ребята, обзор на ходу, про дозатор, многие просили. Гидробак. Штатное место, как на новых белорусов, выходит масло. Идет подача. Приходит у нас оно вот сюда. НШ-14 стоит у меня. И выходит трубка. Эта трубка идет вот здесь под капотом. Здесь идет шланга. Сейчас отсюда покажу ее. Вот она, шланга. Это с НШ приходит, вот на дозатор. Это повороты. Право, лево. Это слив. Слив идет у нас сюда в бак. Вот. Выкручиваете пробку, вкручиваете штуцер и уголок, и все. И сюда слив. Все очень просто. Все в штатных местах. Не надо ничего вваривать, резьбу нарезать. Так, шланги. Одна отсюда у меня идет. Под капотом я их не пустил. Вот крепление. Там крепление. И вторая идет вот отсюда. Вот она идет. Стоит двухсторонний цилиндр. Ну что я с ним сделал? Вот эти крепления, которые они в балку упирались, сантиметра на 4 подвинул к балке и прорезал их. Почему? Потому что выворот был недостаточный. И на вот этих шарнирах изгиб был большой. Сейчас изгиб все шикарный, выворот шикарный. Руль очень мягкий, пальчиком одним крутится. Здесь что было сделано? Это осталось штатное. С кабиной покупали. Эту планку у нас в магазине продавалась, но она почему-то не подходила под дозатор. Я ее чуть-чуть переварил. Вот эта штука тоже, которая регулировка руля не подходила. Я ее тоже немножко переделал. Сейчас. Одной рукой неудобно. Короче, что я еще сделал? Изменил положение вот этого фиксатора. Для чего? Чтобы в самом нижнем положении руль у нас был вот так вот. А то он в самом нижнем положении был, вот как у меня на втором положении, вот так. Короче, чуть-чуть на себя руль сделал. Вот так отсюда все выглядит. Это тоже стандартное от МТЗ нового образца с дозатором. Ну, когда заведенный будет, тоже скину. Шикарно крутится.